Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Приморский транспорт, и в этом видео я расскажу про серию трамваев 71-931 «Витязь». Присаживайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Трамвай 71-931 «Витязь» был разработан на заводе ПК транспортной системы в 2014 году. Также у этого трамвая есть две модификации. Первая – это 71-931М «Витязь-М», а вторая – это 71-931АМ «Витязь-Ленинград», о которых будет рассказано в следующих видео. Первый трамвай данной модели был выпущен в 2014 году. Всего было построено 11 единиц. На данный момент эти трамваи эксплуатируются всего в двух городах. Первый это в Санкт-Петербурге, а второй это в Краснодаре в количестве одной единицы. Максимальная скорость трамвая составляет 75 км в час. Его вес составляет 37 тонн, а полная вместимость составляет 320 человек. На данный момент эти трамваи имеются только у совмещенного трамвайно-троллейбусного парка, сокращенно СТТП. Также эти трамваи можно встретить на таких маршрутах, как номер 100. Кстати, это единственный маршрут, где сейчас эксплуатируется. Но на данный момент маршрут номер 100 временно закрыт из-за ремонта путей. Поэтому большинство «Витязей» пустили по маршруту номер 58. Ну а на этом наше видео подходит к концу. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.